Конкурс профмастерства для студентов прошел в компании «Газпром Трансгаз Томск». Его участники – целевые бакалавры и магистранты Политехнического университета. Каждый из них прошел производственное обучение в филиалах компании. У кого самые высокие шансы на дальнейшее трудоустройство в одной из крупнейших российских корпораций, расскажет Александр Нестеркин. На учебном полигоне задается максимально реальная ситуация. Импровизации быть не может. Работа должна идти в рамках инструкции в ограниченный временной отрезок. Мое задание заключалось в запуске и настройке станции ГРС. Необходимо открыть краны, а также настроить регуляторы, выставить давление определенное, которое подаем мы потребителю. Главная цель конкурса – повышение качества подготовки целевых студентов ООО «Газпром Трансгаз Томск». Каждый из них летом прошел производственное обучение по рабочим профессиям в филиалах компании – линейным трубопроводчиком, слесарем по ремонту технологических установок, оператором ГРС. Конкурс профмастерства – это еще и своеобразная форма защиты производственной практики. Тот, кто справится со всеми заданиями, повышает свои шансы устроиться на работу в ПАО «Газпром». Если хорошо, значит, выполняли практические задания, значит, на газораспределительных станциях, где находились на практике, то для них сложности тоже это не представляет. Это стандартная процедура для оператора ГРС, которую он должен, скажем так, выполнять с закрытыми глазами. Вторая часть конкурса теоретическая. За полтора часа студенты отвечают на 100 тестовых вопросов. В своих силах они уверены, но признаются, волнение все равно не скроешь. Ну, естественно, как на любом экзамене, волнение есть, старался побороть. Считаю, что выступил неплохо. «Газпром Трансгаз Томск» готовит специалистов для большого дела реализации производственных проектов в рамках Восточной газовой программы, ответственной за выполнение которой является ПАО «Газпром». В рамках программы Восточной Сибири на Дальнем Востоке сейчас активно формируются новые центры газодобычи и единая система транспортировки газа. Это позволит обеспечить поставки газа потребителям этих регионов на долгосрочную перспективу, а также организовать новый мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За 10 лет «Газпром Трансгаз Томск» провел более 100 конкурсов профессионального мастерства для своих сотрудников. С 2014 года проводятся конкурсы и для целевых студентов, ведь они – будущее предприятия. Испытания на их пути – еще один шаг к успеху, личному и всей компании.